Киров вернулась икона 16 века. Полотно «Иоанн Предтеча. Ангел пустыни в житии» реставрировали 60 лет. Сегодня в Вятском художественном музее прошла презентация уникального памятника древнерусского искусства. Когда-то икона была привезена из Москвы в Успенский собор его первым настоятелем Трифоном Вятским. С тех пор образ пережил немало испытаний, в том числе пожар. Его трижды переписывали. Затем в 1929 году советские власти закрыли собор. Вместо него в церкви долгое время располагался архив, сотрудники которого никакого внимания на иконы не обращали. Сырость и плесень нанесли произведению искусства немалый урон. Когда в 60-х годах во время экспедиции московские искусствоведы обнаружили полотно, но оно, по словам экспертов, находилось в аварийном состоянии. Чтобы перевести икону в центр реставрации, ее пришлось законсервировать. Были выполнены, по-моему, все известные методы укрепления. Это и пропитки, это и инъекционные подведения, и даже было выполнено такое редко используемое в реставрации темперной живописи, как дублирование. То есть была полностью практически отделена живописная часть с паволокой и заново зачищена доска, и заново приклеена на эту же деревянную основу.